Так, всех приветствую на своем канале. Продолжаем нашу игру Black Ops Call of Duty. Ну а перед началом ролика подпишитесь. Вьетнам. Чёртова Кесань. Это 68-й? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель. Секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кесане? Ты его там не помнишь? Хадсон. Мистер Тень. Бессердечный ублюдок. Так, что? Будем продолжать? Передача код. Отряду найти доказательства присутствия СССР в Лаосе, Вьетнаме. Агенты Мейсон, 21 января 1968 год. Вудс, он здесь. Так. Посмотрим, что нас тут будет ожидать. Здорово! Видок у тебя, Вудс. Да. Шумлях плевать на внешность. Это Вьетнам. Рад тебя видеть. Да, и тебя. Джейсон Хадсон, ЦРУ. Спасибо, что пришли, сержант. Всегда пожалуйста, на. Я уже проинструктировал Мейсона насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Давай, мы все во внимании. Еще в 64-м ЦРУ прекратило контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Кесань не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаосе и Камбодже. Наши операции — саботаж, дезинформация, разведка и спасение пленных. В общем, как обычно. Ого, нифига себе. Нифига себе. Охренеть. Не, ну спецэффекты, конечно, крутяк. Мейсон, сюда. Понесли его. Давай. Чувака надо спасать. Умри сам, спаси товарища. Пойдем, чувак. Хадсон упал, а Кесан взяли в кольцо. И все же пересказал жизнью ради него. Как ради выбора? Но за это я и люблю. Сам был обречен, Мейсон. Надо было оставить его. Он не входил в задание. Очевидно, вы не знакомы с Вудсом. Он знал, что ему нужна наша помощь. Я жив. Все, чувак ожил. Так, задание выполнено. Так, чё, кого, куда? О, а чё, мне нет? Мне нельзя туда с ними. У меня другой маршрут. Охренеть, их сколько там, ебать. О, нихера, ты кто такой? Эй, слышь, отстань нахуй. Отстань, блядь, говорю, блядь. Пошел нахуй. Вот так. Ладно, блядь, кто где, сука, гасит? О, блядь. Точно, это же свой.
Ни хрена себе, своего не подстрелил. Опа, а что там, жарко? Ты что там, сука, кого пинаешь, падла? Попутал нас совсем. Что ждем-то, блядь? Вот это нихера. Дорогу перекрыла мне на. Ну, а главное, те чуваки успели, а я чё? Как вылезти-то отсюда, мазафака? Что делать-то? Так, будем ползти, значит, лежа. Ладно, двигаемся. Кого? Держать позицию. Ебать, да меня тут захуярят сейчас нахер, блядь. Пошли отсюда. Так, ну-ка давайте, ублюдки. Давай, бля, подходи, сука. Так, так, так. Сейчас маленько тут их погасим. Нихера их там, бля, ползет и ползет. Вообще капец. О, блядь, оглушила нахуй. Так, задание выполнено. Уничтожьте танк. О, блядь. Уже свои нахер, блин, в этом кипише. Так, что данный транспорт невозможно повредить стрелковым оружием. Блять, так, что, кого, куда, где? Вот она, гранатомет. Давай. Иди сюда. Есть один. Давай, вон он, еще один. Отлично. Так, что, вон он, давай. Чё, где, какой нахуй, я промахнулся. Так, осторожно. Так, берем свой ствол обратно. Так, а чё там, нельзя пройти? Давай, давай, давай. Чё за нафиг-то? Погоди. Что-то куда-то не туда, но мне показывается. Это вся система, она. Гаси, бля, гаси, гандона. А где танки-то нахуй? Я не вижу. Чё, как? Чё, прохода нету тут тоже, что ли? Так, значит, тут надо выше. Так, где-то здесь, куда-то сюда. Свои, свои. Вас понял. Давай. Погнали. Черт, они не отступают. Давай. Да вообще гандоны охуели. Не хотят отступать. Ну чё, да? Они на своей земле, наверное.
Куда им отступать-то нам? Им стоять насмерть. Где вы находитесь? Так хер его знает где. Я приказываю. Пошли, Так. Ну чё, чё делаем-то? Какое задание это будет дальше у нас? Чё, пулемёта постреляем? Хрена их там, ё-моё, вот это народу. Ты так просто не попадешь в них на. Так долго будем, что дальше-то делать? Будем стоять насмерть. Вроде никуда не показано, чтобы мы куда-то двигались и шли. Значит, пока будем стрелять с пулеметов. Они вообще, короче, не кончаются. Но. Стоим, нет сегодня. Ну чё, так и будем стоять тут, Корефан. Сколько можно-то нам? Ну-ка, там другой ствол. Ну, тоже нормально стреляет. Чё, блядь? Два этих на стоят. Уярил бы кто-нибудь, один бы там тоже с пулеметом, но. Всё, пойдем прогуляемся на. Посмотрим, что там есть, короче. Надеюсь, мы не погибнем. Пошел нахуй. Блять. Охренеть. Это походу зря я сюда ломанулся на. Надо, короче, выбегать отсюда. Опа. Так, давай отдышимся маленько.
Что тут есть? Ни хера нету. Так. Ну чё? Блять, я тут уже все окопы прошел. Вы все тут сидите на. Я, может, надо идти куда? А, может, сюда надо идти? А, вот. Пошел ты. О, нихера себе, бля. Бля, что происходит-то? А, свой вроде. Нет, или не свой. Хуй знает. О, пошли в наступление на. Охренеть можно, вот это месиво. Пойдем вперед. Так, что где есть? О, блядь. Это канала. Блять, только пули вижу на. Что за месиво такое? Что там, свой что ли? Ни хрена себе. Только бы нахуй не сдохнуть, сука. О, да ну нахер, блять, я ж сказал, только бы нахуй не сдохнуть. Так, ладно. Ебать, только трупы летят. Давай, сука. Блядь, где хуярят-то, сука? Так, а тут что у нас за окоп? Офигеть! Что-то со всех сторон. Так, а тут что? А тут прохода нету. Так, прохода нет, значит, делать тут нечего. Значит, идем дальше. Офигеть. Контузило маленько. Контрольная точка, да, задание выполнено. Так, посмотрим, что у нас там. А, вот убит, нифига, я проворонил, капец. Зачем я руку с мышки убрал? Надо было стрелять этого гандона. Ну да, не все так просто, конечно. Какая у нас ствол там заклинил, короче. Давай, блядь. Ой, чё-то я так медленно иду. Всё, погнали.
Не стрелять, повторяю, не стрелять! Огонь прямо по ним! Захожу на второй круг, прием! Отставить приказ, сваливайте оттуда! Повторите! Опять евконгелсы! Пехота и танк! Да там целая дивизия за телом стоит! Офигеть! Вот это да! Так, и чё? Контрольная точка, да? Чё, в кого стрелять-то будем? Так, опа! Танк! Вау, мимо она! Так. Не, ну конечно, все ничего, но это все получается, надо на опережение. Надо предугадать, куда едет танк, и выстрелить вперед него, чтобы попасть. Да. Так, где? Вон. Погоди, а вон он, вижу, давай. Оу, нифига, мимо. Бей, да вот как бить-то тут? О, видал, что она. Не туда она. Да, прям в пушку попал. Охренеть. Это же надо было танку в пушку попасть. Прикольно, но... Ну-ка, чё там? Так, где? Подожди. Вон он, да? Давай. Отлично. Погоди, а чё я им что-то не вижу больше? Где они? Я не вижу танков. Чё это, ослеп, блядь, совсем? Да. О, улетел мимо снаряд. Мейсон, бля, Мейсон, да, Мейсон, блядь. Хуевый стрелок совсем никакой. Смотри, что на. Это, видать, танк такой счастливый, на. Да что ты будешь делать, нифига, прям снаряд рядышком прошел. Отлично, неужели попал? 60-го раза, ну. Отлично, задание выполнено. Ну вот и все. Подходит наш видосик к концу. Вдох у тебя, Мейсон. Последствия Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить, точно, о встрече, блядь, с русскими в Лаосе. Видок не очень. Да, я сам в шоке. Ну что ж. Детское наступление начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским перебежчиком в военном комплексе США в Хюэ. Нет. Мы точно знаем. Он сдался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные о Драговиче. Полные. Но это вас не спасло. А ну заткнись. АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Перебежчик точно погиб. Он не погиб. Безнадежное дело, но ты вернулся. Зачем? Он остался без охраны. Я не верил, что он погиб. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем пока.